Итак, всем привет, и на этот раз с вами Замар. Мы продолжаем играть в Not Fit Monkeys. Don't Fit Monkeys. Да, вот так, правильно, правильно. Во второй раз правильно сказал. В предыдущих сериях мы накосячили, и в итоге нас вышвырнула бабёха. И нам надо как-то исправлять ситуацию, поэтому давай начнем новую игру и прям вот с самого начала будем действовать грамотно. Поехали. Значит, уточка. Данное действие удалит весь сохраненный прогресс. А хрен с ним. Ой, блин, я забыл в настройках убрать обучение, блин. Совет. Для некоторых работ требуется определенный уровень здоровья, голода или сна. Ну, в принципе, мы грамотно держали планку. Это мы все уже читали. Принять условия. Окей. Нельзя кормить обезьян. Самое главное условие нашего контракта. Вот. Так. Установка Manicay Vision. Так, ну и давай смотреться. Ух ты, нифига себе. Смотри-ка, у нас что-то новенькое. Так, давай за этим посмотрим. Хотя ладно, пока что давай посмотрим. Так, поезд. Надо все осмотреть. Обязательно все надо осмотреть. Все записать. Так, мельница. И давай, ну хотя бы еще один какой-нибудь экземплярчик предоставь мне, пожалуйста. Эх, ладно, хрен с ним. Так, ты печатаешь. Печатай. Так, тут у нас что? Серьезно? Вид на магазин одежды? Вот это полезно, что ли, по-вашему? Я понять не могу. Ладно, белка. Камера наблюдения в лесу. Спасибо, что подсказал. Я уж думал, что это чья-то лужайка. Опять. Это кролик. Такой ебищный бегает. Сиди на него. Жесть. Мне кажется, его надо пристрелить. Он так бегает, как будто бы он хромает. Смотри на него. Жесть. Ладно, тут ничего интересного. Тут вроде как тоже ничего интересного. Давай посмотрим на наши записки. Вот давай антенну посмотрим. Сейчас браузер. Так, это я в курсе, Антенна. Антенна, висящая... Это устройство, передающее или принимающее электромагнитные волны. Этот термин также может относиться к черепным придаткам некоторых челюстоногих, ракообразных или насекомых под названием Свич. Нет, не хочу с тобой. Также выходит легендарное реалити-шоу, которое было отменено из-за эпидемии блох и желтой лихорадки, буквально опустошивших дом. Ага, понятно. Давай старый паровоз найдем что-нибудь. Я всегда знал, что этот старый паровоз рано или поздно сойдет с рельсов. Президент Уокер пообщался с нами после роспуска Верховного Суда. Источник — государственный гимн 2 года назад. Понятно. Ветряная мельница. Блин, ничего нет интересного. Кролик, давай посмотрим, что там с кроликом. Ага, лучший шеф Лори Гринсон. Угу. Ну, тоже ничего интересного. Белка. А, права... Ох, так, стоп, тут что-то происходило, нет? Это звук такой был. А, провал Гринсона на ежегодном кулинарном конкурсе. А постмодернистская белка в гной от авангардного шеф-повара. Блин, такие слова, конечно. Отлично, кстати, тренирует лексику. Тут, короче, она выиграла, тут она поиграла. Лори Гринсон. Понятно. Ну, хорошо. Так, опа. Разговаривать по телефону, значит. По-любому. Ну, я в курсе, да. Я в курсе, что он у нас телефонист. А еще я знаю то, что он Роза Ветров или кто он там. Не помню. Так, как выглядят ваши цифры? Не очень хорошо. Но мы это читали уже в предыдущих сериях. То есть тут диалоги-то однообразные. В принципе, мне незачем это все читать снова, потому что, ну, диалоги однообразные. Или взять билет в другую сторону, с которой... Ну, так себе. Пожалуйста, всегда, пожалуйста, деньги, советы, мои работы.
Так, ну это я в курсе. Так, финансовый советник, давай посмотрим. Состояние самая скучная работа. Согласно опросу, это самая скучная и неудовлетворительная работа. Также в списке числятся финансовый советник и тестировщик игр. Почему это тестировщик игр? Это самая скучная работа. Нифига это не скучная работа. По мнению экспертов, продолжительное занятие этим видом активности может вызвать ряд проблем от легкой депрессии до расстройства личности. Но, кажется, наш достопочтенный мсье как раз имеет небольшой задаток расстройства личности. Банкротство. Ага. Прекращение деятельности компании, индустрии или бизнеса. Что? Кто? Ты где, проныра? Я приду за деньгами через 2 дня. 90 баксов, как обычно. Приготовь деньги и чтоб никаких отговорок. Хозяйка. Да, денежки при мне, все хорошо, мать, не ссы. Так, деньги. Понятно, тут, короче, все. Цифры. Абстракция, символизирующая конкретное количество или значение. Цифры от 0 и до бесконечности. Вот этого... Лучше спросить Дженнифер. Дженнифер вышла. Ага, я здесь в ТФ. Статья ожидает проверки. Неплохо. Ну, понятно. Так, долги. Ага, балансы. Область знаний, изучающая производственные средства, созданные обществом. Это наука. Изучает долги. Так, балансы. Бухгалтерские отчеты. Так, в смысле, подожди, стой. Балансы. Тут нет такого, тут есть бухгалтерский отчет. Плюс банкротство. Ничего не найдено. Тут комбинировать как-то надо, интересно. Так, долги, финансы. Ну, понятно, короче, все. Ничего интересного особо. А чё, куда ты ушел-то? Алло, ты так-то работать должен. Иди работай. Тут ничего. Так, он бриллиант, понятно. Свидетели Уайлантона второй по популярности культ. Спустя 60... Тихо. Ты чё, по телефончику опять хочешь поговорить, да? Так, да. Да, я могу вести финансы вашей компании без проблем. Конечно, полная конфиденциальность, достоверность и надежность. Бухгалтерские отчеты, наблюдения и... Я, зевок, люблю цифры. Они сводят меня, зевок, с ума. Высокий профессионализм по низкой стоимости. Это мой... Ага, понятно. Ну, что-то как-то это... Жизнь этого чувака вообще не заставляет улыбнуться. До свидания. Угу, понятно. Так, низкая стоимость, да, посмотрим, ничего. Надежность, ничего. Надежность и низкая стоимость, ничего. Надежность, деньги, ничего. Надежность и бухгалтерские отчеты, ничего. Надежность и финансовый советник, ничего. Низкая стоимость, финансовый советник. О, Джонатан Дал, финансовый советник, Мы теперь знаем, как его зовут, отлично. Я серьезный и ответственный профессионал, который искренне любит экономику. А в смысле, а чё это? Где информация-то по нему, кроме как Джонатан Дау найти? О, отлично, адрес не найден, это печально. Давай, значит, позвоним ему. Окей, давай звонить. Алло. Давай. О, вот он. Давай. Здравствуйте. Джонатан Дау, бухгалтер и финансовый советник. Чем я могу вам помочь? Так, в смысле? Вот, здравствуйте, значит, вы разбираетесь в цифрах финансов. Можно спросить у вас совета? Конечно. Это часть моей работы, хотя в последнее время мне самому нужен хороший советник. Ладно, неважно. Спрашивайте. Как мне быстро заработать денег? Посмотрим. Есть ряд вариантов. Ваучеры, акции, долгосрочные инвестиции. Сколько у вашего счета нулей? 2. Знаете, думаю, мы с вами немного в разных лигах. Я не могу вам помочь.
Да ладно, всего один небольшой совет. Хорошо. Что ж, учитывая ваши цифры, я могу только рекомендовать три варианта. Игровые автоматы, незаконные ставки и торговля органами. Что, вы советник, которому нужен совет? Да. Это сложно объяснить. Вам знакомо чувство, когда не знаешь, что делать со своей жизнью? Решиться на радикальные изменения или продолжать страдать? Ну вот. Вот. Ну что? Нет, ничего. Не знаю, зачем я рассказываю об этом незнакомому человеку. Да ладно, я тоже даю хорошие советы. Забудьте. Мне бы пришлось рассказать вам вещи, которые я пока хотел бы держать в тайне. Хотя из моего ботливого агента это становится все сложнее. Хм. Ладно, достаточно болтовни. По какому поводу вы звоните? У вас ко мне вопрос? Финансы? Ладно, давайте сменим тему. А все, больше я ничего не могу сказать. Ну ладно, отбой, больше вопросов нет. Ну все, окей, мы теперь знаем. Так, чао-чао, до свидания, буду рад вас видеть. Понятно. Все, окей. Так, ну мы знаем его номер, это уже хорошо. Так, уже вечер близится. Так, с белками тут все в порядке. Камера наблюдения в лесу. Опа, графство Барет, отлично. Теперь мы знаем, где это находится. Так, графство Барет. Давай-ка. Горный регион, расположенный у подножия горы Барет, в окружении пустого пескового леса. Густая растительность делает его излюбленным местом для охотников и защитников природы. Хотя за последние годы численность коренной фауны значительно снизилась. Несмотря на это, некоторые местные жители утверждают, что видели в здешних лесах редких животных, включая особо ценные и предпочтительно вымершие виды. Это всегда происходило в самые тихие и спокойные часы. Добровольное наблюдение. К чему приглашаетесь? Все понятно с тобой. Иди в задницу. Мне некогда время тратить на всякую болтовню. Хорошо. Так, это у меня не открыто. С этим все ясно. Тут тоже вроде бы как все пусто. Отлично. Значит, теперь мы, наверное, можем со спокойной душой пойти подработать. Так, что у нас тут есть? Не то. Не то. Так, помощник ресторана в фастфуде. О, хорошо, кстати, вот это хорошо. Давай, значит, поработаем. Армаз. Так, уже ночь. Вижу, вы воспользовались шансом и съели парочку наших гамбургеров с мясом неизвестных животных. Правильно, не стесняйтесь. Все, что попадает на пол во время смены, ваше. Окей. Так, надо купить, значит, камеру. Обязательно. Так, окей, значит, камеру купили. Потом с едой. Ну, с едой вроде как все в порядке. Так, подработать где-нибудь еще можно? Да куда ты открываешь дверь? Ты мне покажи, что можно сделать еще. Помощник на склад. О, давай поможем на складе. Хорошо. Шикарно. У нас сейчас будут деньги. Так, день второй. Клубный ранг левел 1. Друг обезьян. Дней до следующей оценки 4. У вас есть... Ага, понятно. Ну и тяжелые эти коробки, а? Ты не хочешь знать, что внутри? А, ты не хочешь знать, что внутри. Поверь мне, вот твои деньги. Работа выполнена, отлично. Так, танстарт предвыборной кампании. Шок ТВ, домашнее видео, понятно. Корсары проходят следующий раунд. Ультразвук мегавысокого разрешения уже здесь. Ух ты, нифига можно. Ух ты, что это, кто такой, а? Да в смысле, тихо ты. Давай сперва осмотрим, кто это за... Что это за типсон. Так, ладно, давай немножечко поспим. Сон будет 6 часов, да. Я просто вижу то, что наш главный герой устал. Блин, сейчас хозяйка... Давай. А, фу ты, блин. Здравствуйте, я Эмма, это мой коллега. Понятно, опять эти свидетели Иеговы. Отбили Бобби в святом мяснике. Ну, давай поговорим, окей. Чудесно. Я расскажу вам немного о нем. Билли Боб Уэнсон был скромным мясником, живущим в самом сельском. Понятно. Ну, короче, это все вот эти, вот знаешь, свидетельские штучки-дрючки. Они рассказывают про какого-то человека, который вдруг стал святым. Понятно. Его не надо поливать, он питается добротой, мы скоро вернемся. Понятно. Блин, я с ними поговорил, они теперь будут меня навещать постоянно. Засранцы. Так, ну тут вроде бы как все четко. Так, давай покушаем немного.
Здоровье пополним. И, пожалуй, что сделаем? Так, сейчас ночь. А был день. Так, у нас сколько? У нас 205 баксов. Давай купим камер. Еще одну камеру. Вот, хорошо. Так, хозяйки пока нету. Отлично. Так, 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 так. У нас, кстати, есть еще денежка. Мы можем потратить ее на вот эту вот штуку. Да, и у нас остается на аренду. Отлично. Сразу купили две камеры, и это будет просто шикарно. Так, он разговаривает по телефону. Псевдоним не используй мой. А что значит тебе не нужны еще деньги? Я плачу тебе столько, сколько пообещал. На своем месте я бы... на твоем месте я бы на меня не давил. Ты знаешь, что я не потерплю шантажа. Не потерплю. Лучше скажи мне, где приглашение на кастинг, где прослушивание. Я хочу оставить эту тоскливую жизнь позади. Ты обещал сделать из меня звезду музыки, легенду, так что работай. Все, что ли? И помни, полная конфиденциальность. Хорошо? Хватит всем говорить, что у меня двойная жизнь. Да подожди ты, кретин. Блин, ладно, кто это? А, приветствую, да, ваш заказ. Нет, спасибо, можешь идти, не дам я тебе. Все, еще увидимся. Да. Тихо! Ну, блин, я самый важный информатор. Так, ладно, давай посмотрим, что значит псевдоним. Ничего, двойная жизнь. Двойная жизнь, неподдельная драма. Необходимость скрывать часть себя оказывает разрушительное воздействие, заявляет Сьюзен Лоан, клинический психолог. По ее данным, более 45% населения скрывает странные или шокирующие аспекты своей жизни от других. А это ведет к остродепрессии. Опа, ну-ка, кто у нас тут? Что-то происходит, я не вижу. Ну, конечно, блин, конечно. А все почему? Потому что у меня нету ночного видения. Ох, блин, а как жаль, как жаль. Так, ну и хрен с этим ночным видением. Так, что тут пусто, да? Ну, тут, как всегда, все это стандартно, типично. Мне кажется, или у них шмотки меняются? Похоже на то. Это кто тут такой сидит и... Да в смысле, ну я не могу ничего здесь увидеть. Зачем ты мне показываешь? Там, скорее всего, сидят очень интересные люди. Такие, знаешь, важные. Так, охотников. Охотников, нет ничего на охотников. Графство грабит, понятно, старые. Так. Что нам в электронную почту? Странное исследование. В каком городе находится клетка 3? Клетка 3 это у нас что? Ага, вот. Она находится... Ты куда? В смысле? Странное исследование. Давай, я тебе сейчас скажу. Блин, я не знаю, где ты находится. Ладно, окей. Срок ответа истекает через 5 дней. Ну, я что-нибудь придумаю за 5 дней. Подожди, ты, главное, не ссы. Неплохо было бы активировать видеокамеру, потому что просматривать записи — это полезно, это очень полезно. Опа, опять. О, туса! Туса! У кого туса? У этого. У нашего финансового специалиста. О, моя публика так меня любит. Спасибо, спасибо. Время для следующей песни. Волчица с Уолл-стрит посвящает ее всем своим поклонникам. Да, да. Пластмассовая любовь. Картонная любовь. Потерянная любовь. Десантный полет. Мы сядем в корабль и полетим в космос. А я богиня, ты капитан корабля. Короче, понятно, тут это, бархатная любовь, хрустальная любовь, жесть. Блин, мужик, ну ты, конечно, это, даешь жару. А что тут интересно? Опа, что-то какая-то активность. Он просто лег спать. Понятно. Ну тут туса продолжается. Огромное спасибо. Ах, что я без вас делала, мои дорогие поклонники. На сегодня все, никаких выходов на бис. Волчица с Уолл-стрит дарит вам поцелуй. Чао-чао. Блин, капец, мужик, ты, конечно, тот еще. Так, мужчина в парике. Мужчина в парике. Название самой известной картины художника Тима. Спасибо, сейчас автопортрет на мужчине с парике. На псевдоним. Так, нет, двойная жизнь. Волчица с Уолл-стрит. Ну, понятно, короче.
Прыгнула гостей, убила, все понятно, ничего интересного. Жаль. Так, ты у нас тут спишь, он спит и играет. Капец, а. Ну, конечно, чел, ты даешь. Ты даешь. Так, это что у нас? А, да, у нас еда есть, если что, на всякий пожарный. Давай покушаем. Портит здоровье. Жаль, жаль, жаль. А мы, кстати, можем вообще бесконечно использовать вот этот вот запасик. Он дает нам и хавку, и здоровье, но... Вот, блин, здоровье, говорю, сон. Но здоровье он не пополняет, и это печально. Так, у нас 91 бакс. В принципе, мы можем на следующий день, если хорошо постараемся, купить этот... Давай, значит, поработаем уборщиком. Купить еще одну камеру. Дешманская работа, руководитель. Тяжело, да? Никто и не говорил, что делать этот мир чище легко. Мы ночные хранители, защитники гигиены. Отряд Аммиак. Жесть. Так, требования нет, только амбиции, большое желание учиться. Мойщик посуды. Окей, поиграем в мойщика посуды. Делов-то. В принципе, это то, чего заслуживает наш главный герой. Так, клубный ранг, левел 1. Друг обезьяна, дни до следующей оценки 3. У вас есть 7 из 9 камер для перехода на следующий уровень. Хозяйка вернется сегодня. Так, ну все, мы молодцы. Короче, подзаработали бабосиков. Так, Кристалл Китчен бьется за свои права во время... Ага, ассоциации жильцы, ух ты. Новая информация во время последней... Блин, я все пропустил, а? Круг на полях. Где отсюда? Так, в каком регионе находится клетка 1? Графство Габбет. Отправить письмо, окей. Че, кто это? В смысле? Предварительный просмотр. Так, забывайте, доступен предварительный просмотр. Доступна запись видео. Блин, как жаль то, что она стала доступна именно сейчас. Ох, как жаль. Так, нет. Это что? Второго уровня надо быть. Так, тут у нас что? Просто, понятно. Опа, бензик. Тут какое-то активное движение. Забирай свои деньги, я пришла за деньгами. Не трать мое время, у меня завтра экзамен в моей заочной бизнес-школе. С тебя 90. Ладно, ладно, вот деньги. Отлично. Видишь, как все устроено? Без таких неудачников, как ты, не было бы таких победителей, как я. Я вернусь через 3... Да в смысле? Ты что, каждые 3 дня берешь аренду? Да ты охренела, что ли, мать? Вот сволочь, а? Опять какая-то активность. Он пошел куда-то... Доставка еды. Отлично. Посмотрим, цыпленок, инфаркт, две порции, крылышки, камикадзе, одна, для, да, соуса не будет, закончился. Ну, блин, мне необходим этот обалденный соус-тромбоз. Увы, с тех пор, как про нас написали в газете, у шеф-повара работы не в проворот. Ну, давай уж, что есть. Вот так вот, понял, да? Что за дрянь вы туда суете, что люди подсаживаются? А я почем знаю, секретный ингредиент доставляют в деревянных ящиках. Ну, логично. Со значком «Огнеопасно» на крышке. Это типа он так пошутил или что, правда? Ну вы даете. Вы нас всех перетравите. Ну так перестань у нас заказывать, дебил. Чаевых не будет. Ты, блин, можешь еще чаевые себе позволить, охренеть. Так, что у нас тут? Снова заправочка, заправка Heaven Dis. Так, что-то подметает мужик. Подметает. И уходит. Он дороги, что ли, моет? Информируем вас, что и признают правильным. Мы только что переводим вам оговоренный. Ну, понятно. Так, рекордно низкие цены только сейчас. Да в смысле? Ну ты чё, блин? Мы ж только спали, это, алё. Подожди, стой. Сейчас мы поспим. Не торопись. Тут чё у нас? Опять какая-то активность, понятно.
Да. Да, я могу вести финансы вашей компании. Ну, понятно, короче, тут все те же самые. Сейчас дождемся, когда еще одна точила приедет. От них можно узнавать полезную информацию. Так, значит, Heaven Hills. Так, с одной из самых классических образов континента. Это очертание расположено под так... взглядов, философия в Паттайе. Город стал сосредоточением экономической активности и творческой жизни страны благодаря своей социальной и культурной среде, известной открытостью взглядов и философии Паттайи. А благоприятствует этому и климат. В фильмах и сериалах нередко снимают необычный рельеф местности. Например, холмы к югу от города. Ага. Так, холмы. Ничего. Климат. Изменение климата. Ага. Паттайя. Ничего. Бензин. Вот это что такое? Номер штрафа. Нет штрафов в обработке для указанного. О, мы можем еще, короче. Нормально. Ну, короче, мы можем все. Мы можем много чего. Мы сейчас номеров пособираем. Вообще хорошо. Так, значит, Crystal Kitchen, ассоциация жильцы, цыпленок, инфакт. Так, опа. Ага. Давай осмотрим его номер. Нет штрафов. Ну ладно, езжай. Добропорядочный ты наш. Так, пятый. Подожди, стой, пятый. Crystal Kitchen объявила стране войну. В запущенный квартал вступил в бой. А запущенный квартал вступил в бой с порядком и демократией. На улицах воцарятся хаос и паника. Мы, психи, просто хотим неприятностей. Заявил согласно... анонимным источником пресс-секретарь опасной террористической группы жильцы за Crystal Kitchen. Ассоциация. Квартал. Квартал — это часть города, выделенная по признакам географической близости. Ну понятно, ничего полезного, жильцы. Чё, да в смысле, ты чё мне тут пиликаешь-то? Опа, сейчас еще его тоже проверим. Дэн упала с качели, но это не я, она сама упала. Чёрт, дери. Пит, ты меня пугаешь. Ассоциация тебя совсем доконала. Я позвоню, чтобы тебя сменили. Нет уж, скоро пойдет, не волнуйся. Просто тепловой удар. Ну как скажешь, как дела в Crystal Kitchen? Отлично, жильцы не сдают позиции, отстаивают квартал. Джейн была твоя любимица, я знаю, но он... но она сама упала, клянусь. Теперь нам нужны деньги на мегафоны, баннеры. Кстати, откроем. Так, запись видео. Блин, а? Вот здесь по-любому запись видео невозможна. Так, здесь пускай записывается видео. Пускай за ним, собственно говоря, присматривается это все дело. Так, а мы пока поспим 6 часов. Отлично, в холодильнике пусто. Нам нужно похавать. Там, по-моему, какие-то скидки были, нет? Вот. А, не, ну кофе нафиг надо. Так, что хорошо пополняет еду? Ну, пиццу давай. Пицца не такая вредная. Так, ну где-то штуки 3. Все. За выброс Фоксид. Чтобы начать запись. А зачем мне вообще запись? Нет штрафов. Добропорядочный гражданин. А, вот мы можем посмотреть. Поехали. Вот и у тебя, у Джейн, уже не такая славная улыбка, а? Ну, давай дальше. В смысле, а чё это? Да нафиг это надо? Вы считаете, что это видео будет интересно вашей аудитории? Ага, мы можем, короче, это... Ой, здравствуй, здравствуй. Да, держи на чай. Так и быть, вот тебе на чай. Задумайтесь, вам скучно в ресторане? Машин может случиться поистине шокирующе. Чего?
Не понял, что он сказал, но мне надо похавать. Так, значит, что там у нас по работе? Укладчик товаров в супермаркете. Поехали. Поработаем. Работа идет. Какой-то симулятор работника, я тебе честно скажу. Клубный ранг 1. Друг обезьян. Дни до следующей оценки 2. Мы, кстати, можем прямо сейчас, короче, камерами закупиться. У нас достаточно денег на все. Да. Мы могем. Ну, все, да, я понял. Отлично, все товары разложены по нужным полкам. Довольно просто, верно? Вот, держи свои деньги. Так, Вокер уверен в своей победе. Делитесь музыкой и видео через чат Омега. Дошкольное учреждение для будущих лидеров. Понятно, опубликованы результаты первого опроса. Как это удалить? Это не бесполезный вообще видос, честно тебе скажу. Это можно как-то убрать? Нафиг он нужен? Так, письмо. Так, не, давай сначала купим еще камеры две. Так вот, раз. И... Я не помню, когда хозяйка должна прийти. Особая программа изучения в клетке 5. По какому адресу находится клетка 5? Понятно. Рекордно низкие цены. Сегодня фрукты. О, хорошо. То, что нужно. А, клетка 5. Где она? А, так мы же знаем, ну, по какому адресу, блин. О, хорошо, отлично, отлично. Посмотрим заказ. Крылышки, камикадзе и соус тромбоз. А что с моим цыпленком, инфаркт? Кстати, цыпленок инфаркт. Рай Анджела побил рекорд по заказам. Отлично, ну-ка давай посмотрим, что это у нас. Адрес не найден, номер телефона есть. Давай позвоним-ка. Так, звонок. Ща мы, короче, это. Звонят и звонят. Час пик. Заказы временно не принимаются ни от кого. Ни от кого, позвоните через час. А вообще, надо было раньше звонить. В смысле? Вот сволочи. Ладно, хорошо, мы с этим позже разберемся. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Сегодня живая музыка. Слащавый бойс-бенд из белых андрогинов. Понятно, ничего интересного. Так. Хавки у нас нету. Нам, наверное, стоит... Ни одной нужной работы. Я видел ингредиенты позавчера. Уж поверь мне, я в жизни к этому всему не прикоснусь. У него на все один ответ. Чаевых не будет. А он, я ни разу не видел, чтобы он ел. Он все складывает и складывает еду. Так, подъехала тачечка. Так, смотрим. Ага. Так, смотрим. Найти. Нет штрафов. Да чего вы все такие законопослушные-то, ребятки, а? Так, ну, наверное, выгульщик собак. Так, надо, наверное, поспать немножко. Эх. Вот, ночной уборщик. Нормально. То, что нужно. 25 баксов. Нам как раз этого и не хватает для того, чтобы... Тяжело, да, никто и не говорил. Да, это мы знаем, он опять... Ох ты, ёпарасоте. Ну-ка. Приехали. Превышение скорости, прикосновение, столкновение. Колин Крейвен. Отлично, отлично! Ха-ха! Ох, мы можем его за яйца, короче, подтянуть. Эксгибиционизм. Так, прикосновение. Ага. Столкновение. Прибыли первые люди в манекены для краш-тестов. Автоиндустрия ищет способ улучшить систему безопасности. Понятно. Превышение скорости, ничего нету. Так. Ну тут с ним все ясно. Колин Трейвен. Отлично, адрес не найден. Зато у нас есть его номер! У нас есть номер этого засранца. Так. Ох, блин, не успел. Еще один красавец. Ладно.
Ладно, так, выключик собак. Так, нам надо, короче, сейчас камеру купить. Купим камеру, купить новую клетку, да. И... А, по-моему, эта камера была другой, нет? Или мне кажется? И купим... Ёпрсте. 9 из 9. Так, давай, значит, вот мы купили 9 камер. Отлично. Что у нас тут еще есть? Поле, блин. Вот, вот надо же было уйти спать именно вот, вот, вот в этот день, блин. Вот самое интересное. Нет, ну ты прикинь. Вот так вот. Так, ну тут простая тычуля. Я надеюсь, мы сейчас не потеряем. Нет штрафов. Ну ладно. Так, климат. Хиллс, климат, холмы, потакание. Так, а что там у нас? Ну-ка. Это что, у меня там соседи, что ли, ругаются, блин? Вы там можете потише? Нет, я тут, если что, провожу расследование. Алло, ребятки, вы осаживаете? Охренели совсем. А по адресу, по какому адресу находится клетка 5? Клетка 5 это вот, и я хрен его знает, по какому адресу. Знаю только, что Crystal Kitchen, квартал, какой-то ассоциация жильцы. Цыпленок, инфаркт. Ну, сейчас ночь. Поэтому, скорее всего, можно позвонить. Рай Анджело. Да в смысле? Вы чё, ребята? Вот им как будто бы не надо денег, я тебе отвечаю. Так, электронная почта, бла-бла-бла. Клетка 3. В каком городе она находится? Клетка 3. В каком городе же она может находиться? Круги на полях. Загадка, послание наблюдателей за круги. Отлично, отлично, Стефан. Вот, сейчас мы ему позвоним. Блин, ночь, понятно. Так, окей. Окей, значит, надо будет дождаться рассвета. И мы узнаем, где это находится, и сможем получить заветные бабосики. А, с этим, значит, разберемся потом. Так. Хавать нам нечего. Давай, наверное, сгоняем за фруктами. Так, да? Все, сгоняли за фруктами. Сейчас мы закупимся как следует. Минус 18 баксов. Отлично. И у нас хватает на аренду. Главное держать денежки на аренду при себе. Отлично. Ну и заодно пополнили здоровье немножко. Так, давай, значит, позвоним Стефану Киелю. И спросим, где находится... Да в смысле нет ответа? Да ты чё, чикнул, что ли? Что такое Стефан Сентиель? Загадка найти. Послание. Ничего. А, блин, старый паровоз. Понятно. Антенна. Пустозвон. Волчица с Уолл-стрит. Мы можем, кстати, позвонить ему, кстати, сказать, типа, чувак, ты в курсе, да, что я знаю, кто ты такой, я знаю, чем ты занимаешься, и если ты не хочешь, чтобы кто-то узнал тебя получше. Хозяйка вернется завтра. О, отлично, Crystal Kitchen, передергиваниями. А нас не заткнут никакими передергиваниями СМИ. Мы жильцы будем стоять насмерть, понятно. Это, кстати, вот этот вот Типсон, короче, протесты в Crystal Kitchen. Это вот он, короче, протестует, я так понял. А, давай посмотрим. Напоминание о предстоящей оценке.
Сегодня дня состоит заседание. Так, в смысле? Рекордно низкие цены. Фрукты со скидкой 3%. Так. Нет, тут пусто. Давай посмотрим, что есть по работе. Ну давай вот этой поработаем. Непонятной работой. Ох, надеюсь, то, что акция на фрукты еще не закончилась. Ну и тяжелые были эти коробки. Да, это очень круто. Че? Привет, чувствуешь этот странный запах? Наверное, где-то на лестнице умерло животное. В смысле? Отвали, я занят. Ладно, ладно, важный и очень занятой человек. Я оставлю тебя в покое. Ты изменился, друг. Это что, типа его друг, что ли? Так, давай фруктами закупимся. Штук 10. Купим? Нормально, сейчас, короче, это фруктов закупили. Сможем пополнить хавку и здоровье. Отлично. Так, продолжаем. Что-то происходит здесь. Что-то... Друзья, да, мне звонили из офиса, сказали, что Фиона Бейт скоро придет. Ёпрасте. Ведьма уже близко. Я уже чувствую холод ее дыхания. Это свалка. Ёпрасоте, мадмуазель. Ну и что у нас тут происходит, бездельники? Черт. Все провоняло потом. Но просто санитарные условия в этом месте не... Закрой свой чертов рот и не перебивай меня. Какая, слушай, вредная. Где, черт вас побрал, моя новая книга по саморазвитию? Мы работаем над ней, мэм, обещаю. А ты кто такой, пресс-секретарь этих неудачников? Что, мы уже встречались? Я Гус, доктор литературных наук и... Слушайте, все, я доктор дерьмовых наук и моя специализация экскременты. Ну что ж, вместо шампанского тебя ждет моя моча. Если эта книга не будет готова вовремя. Понял меня, Гус? Охренеть. Да, мэм. Мои читатели ждут, когда Фиона Бейтс выпустит новую книгу. Так что пошевеливайтесь. Да, мэм. Вы жалкие, отвратительные. Что за грусть? Черт, да на вас смотреть противно. Я пошла отсюда. Какая мерзкая-то, а, мразь. Жидкости нет подходящей. Моча. Внезапный успех курса «Чистые псы». Это был самый популярный подарок на прошлое Рождество. Проблемы городов, экскременты и моча могут уйти в прошлое. Интерактивный мультимедийный курс. Понятно. Экскременты. Понятно. Под. Ничего. Фиона Бейтс. Интервью мудрое, милое и уравновешенное. Так мы могли бы описать нашу собеседницу. Я просто хочу отблагодарить мир за все то, что она... за все то добро, что он сделал, заявляет Фиона. Мои чувства таковы, что я люблю каждое живое существо. Я даже люблю неодушевленные предметы, рассказывает она, поглаживая камень. Вот почему я пишу свои книги. Ах ты ж двуличная мразь. Ах ты ж какая двуличная мразь, а. Так, книги по саморазвитию «Мыльный пузырь», который вот-вот лопнет. Эксперты прогнозируют неминуемый спад популярности жанра. Это случится только из нового закона. Что это за сумка? Подожди, закон. Уокер одобрил скандальный закон 966/H. Так называемый налог на слова вступил в силу. Каждая буква, напечатанная на бумаге, будут облагаться... нифига себе, нифига себе.
Так, кофемашина, ничего непонятно. Кофе, печатная машинка. Креативность. Производителей, добивших Bluetooth. Знаменитый человек антенна Гус Ламберт найден мертвым. Его обугленные останки были найдены в лесу недалеко от его дома. Густав Ламберсон, 42 года, просто понятно. Так, блин, да подожди, 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 сейчас все будет, сейчас все будет. Креативность, ничего. Литературный писатель по найму. Непонятно, грусть. Боль, слезы. Так, значит, сперва закажем пиццу, пожалуй. Пиццу закажем. Блин, так-то дорогая пицца, тебе скажу. Окей. Оплату получим на выходе, как обычно. Спокойной ночи, увидимся в 10:30. Оплату также. Смешно. Ну что, все лучше, чем вытирать чужие слюни в этом секс-шопе. Ага, и вот они все уходят. Оплата. Просит президент повысить им зарплату. Зарплата. Демонстранты требуют у Джона Уокера. Че, какая-то активность? Да, это понятно. Тут, короче, у него танцы, пляски, все дела. Такс. Значит. Экзибиционизм, там все дела. Здорово. Приветствую, приветствую. Вот тебе начать. Сорян. А тут малец расчихался. Так, и сидим пиццу и поспим. Сон будет у нас, ну, 8-часовой, да. 8-часовой сон. Отличная идея. Потому что работать... Так, ух, блин, уже надо, короче... Ваш уровень 2, зоолог-любитель. Дней до следующей оценки 5. У вас есть 9 из 16 камер для перехода на следующий уровень. Хозяйка вернется сегодня. Так, это все и понятно. О, мы можем покупать таблетусы всякие. Телевизор, объектив, фотобумага. А зачем это нам? Ой, блин, а. Ну давай послушаем, что ты там. Привет, коллега, можешь говорить. Привет. У меня получилось... Блин, а, нет, это неинтересно. Да. Мы это уже видели просто. Прощай, друг. Все понятно. Все, она исчезла. Даже не было смысла ее слушать. Так, это что? Грязеносильщик? Кто? А, газонокосильщик. Я думал, грязекосильщик. Грязеносильщик. Так, работаем задарма. Администратор, вот ваша зарплата, включая чаевые. Как вы знаете, сумма зависит от клиентов. Чем богаче они, тем больше денег они дают. Ну что же, поторапливайтесь, без униформы вам тут... Вы нам тут весь вид портите. В смысле, и чё? Пиши за аренду, где шамурыга? Вернусь завтра, готовь. Хозяйка. Так, давай сразу же подработаем. Да, вот, помощник ресторана фастфуда. Работа. Нам просто надо заработать сейчас на новые камеры. На две камеры сразу же. Мы будем наперед, короче, зарабатывать. Вижу, вы воспользовались шансом и сели. Ну, понятно, короче. Похавали с пола, значит. Так, прощай, друг. Окей, прощай. Так, сейчас сразу же купим дополнительные камеры. Так. И все, пожалуй. Да, еще даже на хавку остается. Сейчас сразу же закажем хавку, чтобы потом не париться. Закажем, ну вот одну штучку закажем. О, тут смотри, 50% скидка. Отлично. То есть мы, получается, две можем заказать. Отличненько. Правда, она очень вредная. Но нам-то что? Нам-то что? Такс, давай пока посмотрим, что у нас тут происходит на камерах. Всякая ерунда. Ой, как-то я уже заигрался, я прям вижу то, что времени уже много, но эта игра, короче, заиграться можно в два счета. Но мы так-то уже нашли этого чувака, ну-ка давай посмотрим, Колин Тревин, угу, справочник из интернета, понятно. Так, Crystal Clutch, это...
Скин страны. Жильцы. Нет подходящих. Так, это ты опять, да? Приветствую. Так, вот тебе на чай. Все, давай, до свидания. Отлично, у меня есть что поесть. Так, знаешь, как сделаем, давай? Попьем немного кофейку и продолжим работать. Ой, здравствуй, мой достопочтенный друг. Кто-то у нас тут красавчик такой у нас. Три, так, нет. Седьмой же, да, седьмой прям. Такой козырненький. Ну, в принципе, понятно, там, Колин Тревин, да? Давай ему позвоним. Давай поговорим с ним. Минуточку. Нет, Зай, подожди. Тут небезопасно. Да, продолжайте. Что вы хотели? Колин Тревин. Алло, это Колин Тревин? Да, это Колин Тревин. Дальнобойщик-фрилансер. Давай, детка. Готовь камеру. Я еще один... Еще один едет. Простите, но я за рулем. Я не могу говорить. Я кладу трубку. Ах ты же засранец. Погодите, всего один вопрос. Простите, но я отвечаю только на правдосрочные звонки, когда за рулем и круглосуточно. Пардон, один момент, сними ошейник и сдвинь костыль. Зайка, он обзор загораживает. И снимай быстрее. Я кладу трубку. Пока. Ах, в смысле? Да ты охренел, что ли? Ах ты же засранец. А? Ну ничего. Сейчас что-нибудь придумаем. Подожди. Мы еще решим, куда это деть. Давай-ка мы Стефан Силю позвоним. Я надеюсь, что он еще в это время. Наблюдатель за кругами на полях. Горячая линия за через... для чрезвычайных космических ситуаций. Стефан на связи. Чем могу вам помочь? Здравствуйте, Стефан. Я по поводу... Ты что делаешь, тупица? Не произноси мое имя. Разве ты не знаешь, что они контролируют все комментарии? Ты дурак, ты только что произнес сам свое имя. Что? Но это вы, чертовы новички. Слушай внимательно. Каждый раз, когда ты будешь звонить по этому номеру, называй меня Маркус Андромеда. Ясно? Это собьет их с толку. Хм, хорошо, Маркус. Ладно, говори, где появились новые круги, поэтому ты звонишь верно. Сперва мне бы хотел... побольше узнать о наблюдателях за, ну, за кругами. Задаешь слишком много вопросов. Это они тебя подослали, верно? Да, ты один из этих тайных правительственных агентов, которые годами изучали, анализировали наши действия. Черт возьми, откуда вам известно о нашем существовании? Откуда вы взяли наш номер телефона, признавайтесь? Откуда взяли? Да вы рекламируете его в интернете. Ах, да, конечно. Наш сайт. Да. Это все объясняет. Ладно. Вы, кажется, человек знающий. Мне это нравится. Я расскажу вам о том, что мы делаем. Наблюдатели за кругами на полях – это группа людей, которые ищут истину. Но не обычную, а банальную истину. Нет, сэр, мы ищем истину, понимаете меня? Мы пытаемся расшифровать послания, которые наши космические братья пытаются передать через круги на полях. Те самые, которые они скрывают от нас на протяжении десятилетий. А послание из космоса. Как вы думаете, что в нем говорится? Ох, послание. Послание. Волшебное космическое послание. Мы убеждены, что это декларация о новой галактической эре любви и взаимопонимания. Наши космические братья хотят, чтобы мы развили свое сознание, используя эти круги. И мы почти расшифровали это послание. Почти? Да. Нам осталось найти всего один новый и достаточно большой круг, чтобы расшифровать его. Мы убеждены, что тогда для нас настанет новая эра света и вселенской мудрости и свободной любви. Конечно, много свободной любви. Они, кто они? Ну, они. Правительство, конечно. И крупный бизнес, и армия, конечно. Ах, да, и тайные общества, они хуже всех. И эти, эти, которые тоже одеваются в черное. И те в длинной одежде тоже, ну, тоже обязательно. И, ну, пожалуй, достаточно, да. Что за глупый вопрос? Не тратьте мое время. Всем прекрасно известно, кто они такие. Ох, чертовы новички. Так, давайте сменим тему. Конечно, давайте к делу. Хватит занимать нашу горячую линию. Я уверен, там уже очередь из сотни звонящих. Скажите мне, где вы видели круги? Я не знаю, блин, где это находится. Мне нужно идти.
Эй, что насчет кругов? Никаких сообщений, подающихся проверке, паршивые новички. Такими темпами мы станем посмешищем на совещании межгалактической организации по наблюдению за кругами на полях. Так не пойдет, сэр. Ну уж нет. Вот блин, а. Короче, походу мы еще и профукали. Так, стандартное исследование. Как зовут альфа-самку группы? Так. Фиона Бейтс. Ну да. Все, клево, мы сейчас еще деньжат подзаработали. Поздравляем. Так, да, это поздравление, все ясно. Чат мигом. У нас, кстати, просрочено уже, да? Или все, это что там? Видимо, просрочено. Да. Жаль. А хотя нет, подожди. Особая программа. По какому адресу находится клетка 5? Блин, да мы это не выполним, зараза. Так, оплата, креативность. Ну давай, репетитор, значит. Репетитор. Никаких подходящих результатов. Писатель по найму. Никаких подходящих результатов. Литературный критик. Ага. Да, конечно, мы молодцы, мы выполнили это, да. На стандартное исследование, все четко, все классно. Мы молодцы, да. На эти деньги мы можем, кстати, купить еще одну камеру. Да, камеры. Отлично, у нас аж три камеры теперь. Три камеры. Так, с хавчиком проблем нету. Давай посмотрим, что там. Работы нету. Ну ладно, так. Так. Что там у нас? Давай их похаваем, молясь. Еще один. Ну, как бы ясно дело, да. Нет, мы уже тут, короче, с этим разбирались, с Типсоном. Сегодня премьера фильма «Смешные и пьяные девственницы-подростки». Интересно, это название генерируется автоматически или как? Нам просто нужно дойти до следующего дня, и тогда я смогу уже закончить серию. Но все никак не находим материал, который можем использовать. Грусть, боль, охотников, загадка, круги на полях. Как же жаль, что мы не можем понять, где это находится. Где находится камера 5? А, ну мы, в принципе, уже так-то не паримся насчет этого. Хотя мы могли бы покормить немножко обезьяну. Ну, ты понимаешь, да? Покормить обезьяну. Так, где, по какому адресу, интересно, находится это все? Может быть, мы можем узнать номер Crystal Kitchen. Так, ну его фотка. Соус тромбоз. Камикадзе. Цыпленок. Инфаркт. Соус тромбоз. Так, что у нас тут происходит? Ну тут это ничего интересного, в принципе. Мы тут уже все изучили, что нам надо было. Так. С книгопечатанием тоже все ясно. Хотя мы могли бы их пошантажировать, кстати. Фиона Бейтс, значит, давай. Ага, мы так не можем. Ведьма. Ведьма женщина, которая практикует колдовство, чувство. Саморазвитие. Так, это понятно. Мудрая. Ничего. Походу, мудрых людей нет. Ну или что-то другое. Давай посмотрим, что может быть на заставке интересного. Нормально, шины палят. Чё нет-то на самом деле? Чё можно еще делать на заправке, кроме как палить шины? Ёпрс, ты слышишь? Кричат, ёпты. В эту игру определенно нужно играть ночью, блин. Потому что тут такие звуки доносятся отовсюду. Так, ну поспать смысла нету. Хотя давай поспим. Сколько? Ну, часа 4, наверное. Даже 3 часа где-нибудь. Поспим, да? Думаю, нормас будет. Вот, все. Начался новый день. Дней до следующей оценки 4. 12 и 16 камер. Ну, мы вообще четенько так идем. Грамотно. Продолжать, естественно, мы будем в следующей серии. Сейчас завершаем эту серию. Серия вышла прям такая, ну, знаешь, большая, сочная, классная серия. Причем она как началась классно, так и продолжилась классно. У нас все хватает. Мы все четенько делаем. И на самом деле все супер.
прям четенько, прям персик, прям заебись. Вот. На этом все. На этот раз с вами... Блин, тихо, я язык себя прикусил. На этот раз с вами был Замор. Всем спасибо за просмотр и всем пока.